Так, итак, разобрали статор генератора, кабель. Вот. Ну и C1 идет на выпрямительный мостик и соединяется C1 вот здесь, вот сюда, выпрямительный мост. C2 соединяется сюда. C2. C3. Все эти кабеля выходят из статора. C3 соединяется вот сюда. Все видно, понятно. Идем дальше. Это схема возбуждения, наверное. Выпрямитель возбудителя. Так, берем кабель, смотрим. Бирку 17. 17, 17. Выходит оттуда, 17 соединяется у нас вот сюда. 17. Идем дальше. Это у нас 0 или 10. 10 тоже выходит со статора, с обмотки. И уходим. Так, он идет и соединяется сюда, получается. Сюда. Так. 17 обозначили. 0 обозначили. Так, берем 15. Тоже выходит с обмотки статора. 15 уходит. Так. 15 уходит дальше. И соединяется сюда. Так. Соединяется сюда 15. Так. Сюда уходил красный провод на возбуждение. Он сюда на щеточно порацевался. Так, идем дальше. Клемник. Раз, два, три, четыре. Задействованы три. Последние. Так, смотрим. Это у нас 80, 81. Тоже выходит с обмотки статора и соединяется на второй клемник. 81. Дальше второй. Второй у нас, так, повернем. Второй у нас 30. 30 соединяется на второй клемник. Третий у нас 31 на третий. 81, 30, 31. Вот и все. Надеюсь, схема верна. Щеточный красный на щетку уходит отсюда и уходит, он сюда соединяется. А вот на второй контакт щеточного щеткодержателя, вот этот приходит, он перемычка соединен.